Добрый день, мы с вами на канале Топ Сад, и сегодня поговорим о светодиодной ленте для растений. Эта лента с лампами, фитолампами фиолетового свечения позволит увеличить световой день для растений. Можно применять и в парниках, и в теплице, так как обеспечена полная защита от пыли и воды. Длина ленты 2 метра, и в катушке на 1 метре расположено 42 светодиода. В комплекте имеется драйвер и трансформатор. Подключается к бытовой сети. Светодиоды не нагреваются и безопасны для растений. А клейкая основа ленты позволит разместить ее в удобном месте. Вот где мы будем размещать? Вот поставили парничок на окне. Рассада уже вовсю у нас. Видите? Это перчики растут. И вот здесь мы будем размещать эту светодиодную ленту. О том, как это будет сделано, мы вам обязательно покажем. Ну вот, мы запустили светодиодную ленту. Ее даже не стали прилеплять, а просто пропустили через решетки парника. Вот здесь у нас перчики сладкие в пеленках. И выше перчики острые, тоже в пеленках. Вот так все это выглядит. А как вы? Пробовали ли такую ленту? Если пробовали, напишите и расскажите. До новых встреч! Подписывайтесь на канал. Мы всегда рады вашим комментариям и лайкам.